Я читаю 23-й псалом. Псалом Давида. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней? Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил. Он — Царь Славы.